Добрый день, дорогие друзья! Заранее хочу всех поблагодарить за подписки и за ваши комментарии, а также извиниться перед теми, кому на комментарии не успела ответить. Я обязательно это сделаю, но все комментарии я читаю и знаю, о чем вы пишете. Сегодня мы сделаем с вами вот такую изумительную малосольную рыбку. Можно даже сказать, что она бюджетная, поскольку килограмм этой рыбы стоит всего-навсего 230 рублей. Из основной рыбы мы приготовили домашние консервы, а этот кусочек мы посолим для нарезки. Сама рыбка великолепно смотрится на праздничном столе, а также из нее можно сделать вот такую закуску. Ссылку я оставлю под видео. Итак, на пол-литра воды берем 2 столовые ложки соли с небольшой горкой, столовую ложку сахара без горки, вот так вот. Кладем кориандр, где-то четверть чайной ложки, штук 10 перца черного горошком и пару душистого перца. Лавровый лист не забудьте положить. Все это ставим на плиту и после закипания кипятим 5 минут. Пока наш маринад остывает, мы готовим рыбу. Вот кусочек, который у нас остался. Мы его специально оставили для того, чтобы посолить. И еще пару кусочков небольших, которые не влезли в банку, когда мы делали консервы. Для нарезки пойдет. Тоже удаляем все косточки. А кожу я не срезаю. Кожу я срежу тогда, когда рыба будет готова и приобретет более плотную консистенцию. Заливаем рыбу маринадом и ставим сверху какой-нибудь груз. Не забываем также выложить из маринада весь перец, лавровый лист, тоже добавить к рыбке. Под грузом рыбу выдерживаем около суток. Через сутки наша рыба готова. Так что вы еще прекрасно успеете ее приготовить к праздничному столу. Посмотрите, несмотря на то, что эта рыба бюджетная, килограмм всего-навсего 230 рублей стоит, а смотрится она очень хорошо, так как будто у вас посолена дорогая рыба, семга или форель. И на вкус она тоже очень хороша. А в нарезке как смотрится, даже не скажешь, что это кита. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!